Итак, всем привет, с вами Андрей Чибисов, это «Интересно в деталях», и начали. Сегодня будет тоже интересно. Сегодня я затрону такую тему, как конструкция топливного фильтра, которая устанавливается на лягушку на Toyota Hilux 185 кузов, двигатель 1КЗТ. А теперь начали. Я хотел рассказать про фильтр. Это он уже в разобранном виде. Получается, что у нас? Вот он разобранный. Пришлось болгаркой, короче, у меня нету, чтобы его разрезать. Пришлось вот так вот сделать. Была эта конструкция вот такая вот. Это все стояло внутри. И вот эта вот штука, фильтрующий элемент, тоже стоял здесь. Самое, что интересно, вот это фильтрующий элемент, да? Вот. И ржавая, вот достаю вот эту вот часть, которая прикручивается сверху. Вот эта часть, короче, она стоит сверху вот здесь вот. Где перед входом в сам фильтр. Вот видим то, что он проржавел. Ржавчина тут вообще прям съедает махом все. Далее заглядываем вовнутрь и видим то, что вот эта пластина стояла, получается, то ли к низу, то ли кверху, не помню уже. Вот, и здесь что мы видим, что самое главное я вам хотел показать. Видим то, что внизу, вот это вот, где скапливается вода, да, фильтр, от воду, короче, отстойник, так скажем, нижняя часть, которая пластмасска, откручивается, там отстойник, там скапливается вода, если не нужно, ее откручиваешь, там сливаешь. Вот здесь вот крепится бумага, вот это вот фильтрующий элемент, и в принципе больше ничего нет. Этот фильтр, он очень хорошо ржавеет, так что с этим заменой фильтра я не рекомендую много тянуть. Такие дела, меняйте вовремя, чтобы у вас не засиралась, так скажем, топливная система и топливная аппаратура. Вот мы видим сам фильтрующий элемент, он очень большой, вернее, не очень большой, он очень длинный. Внутри него, сейчас я размотаю, внутри него вот стоит посередине такая вот втулочка, не знаю, в принципе, для чего она, просто как упор, может, ну а сам фильтрующий элемент, вот как он выглядит, вот так он вдвойне соединен, и вот, ну и достаточно, так скажем, плотный, толстый, и ржавчину должен задерживать, с водой не пропускает. Это видео было о том, какая конструкция, из чего состоит фильтр, топливный фильтр для лягушки на 1КЗТЕ. Так что, я думаю, видео вам было это интересно и полезно. Не забывайте оставлять комментарии, ставить лайки, подписываться на мой канал. До новых встреч. Пока. Скоро новое видео.